Чем нелепее и грубее кажется вам какая-нибудь деталь, тем больше внимания она заслуживает. Те обстоятельства, которые на первый взгляд лишь усложняют дело, чаще всего приводят вас к разгадке. Надо только как следует, не по-дилетантски, разобраться в них. Вы наделены великим талантом, вы умеете молчать. Но постарайтесь не думать о себе, подумайте о других. Помогите кому-нибудь из них подняться, и тем самым вы поможете себе. Эмоции враждебны чистому мышлению. Поверьте, самая очаровательная женщина, какую я когда-либо видел, была повешена за убийство своих троих детей. А самую отталкивающую наружность среди моих знакомых имел один филантроп, истративший почти 250 000 на лондонских бедняков. Правда, какая бы она ни была, лучше неопределенности и подозрений. Большинство женщин совершает ошибку, слишком много говоря о себе. Для мужчины возраст пустяк, для женщины катастрофа. Весьма справедливо. Но юноша видит, а зрелый муж слышит. За 40 вверх берут мудрые речи, до 40 – красивое личико. Женщины по своей природе склонны к таинственности и любят окружать себя секретами. Мужчина, как бы скверно ни поступил он с женщиной, никогда не верит, что ее любовь окончательно потеряна для него. Из всех представителей рода человеческого самый опасный – одинокая женщина без дома и друзей. Этот безобиднейший член общества – неизменная причина многих и многих преступлений. Любовь – вещь эмоциональная. И будучи таковой, она противоположна чистому и холодному разуму.